У нас кофе-брейк. Пошла, Сёмка. Всем привет. С вами Алекс Энджел. Да, тот самый Алекс Энджел, который король украинского глэм-рока, который получил сегодня серебряную кнопку от YouTube. За 100 тысяч плюс подписчиков. Поздравляем. Но сейчас более важное занятие, более серьезно. Сейчас Алекс Энджел на стрижке у Яны Евлевой. Да, то есть суперактриса, суперпарикмахера, вот, парикмахера-стилиста. Вот сейчас у нас процесс окраски, то есть вот сейчас мы красим волосы, ну не мы красим, сейчас Яна меня накрасила, и сейчас вот мы будем смывать и потом стричь, то есть вот Яна будет потом смывать, стричь, там милировка, все такое, но сейчас покраска, вот так это выглядит. То есть, вот, Яна сейчас нанесла. Кстати, Яна, ты пока за кадром, но все же, расскажи, пожалуйста, что ты сделала? Ты краску нанесла и потом милировка же была, да? Что? Да, основной тон в прядью фольге, они сейчас осветляются, потом мы затонируем и будем стричь. Все, ждите. Ну, я думаю, специально держим за кадром, потому что вы ее увидите позже, да, это будет для вас сюрприз. А пока что, что там, кстати, это Apple, да, у нас, да. Это же iPhone, да, там, где музыка Алекс Энджел продается, кстати говоря, заходите в iTunes Apple, покупайте новый альбом Алекс Энджела Секс Поп, который будет с 24 числа, пример. Заговаривай, потому что мы едим вкусные орешки. Да, вот. Посмотрите, как я. Да, вот такие вот вкусные орешки, пьем чай. Мы сейчас пойдем смывать краску, так что, как Яна сказала, ждите. Ждите.